Молли Дальма, дамы и господа, меня зовут всемирно известный Джесси, и сегодня вышел новый ролик мага под названием... Ну, я думаю, вы видите название, так что... Давайте смотреть. Чё за херня? Почему у меня вся лента в Инстаграме засрана как... Чё за херня? Почему такое говёное качество? Блять, оно ещё не загрузилось, сука. Если чё, ролик вышел 5 минут назад. А вроде бы всё нормально. Вроде бы качество вернулось. Чё за херня? Почему у меня вся лента в Инстаграме засрана каким-то 10 лет челленджем? 2009 ну, да. Против 2019. То же самое было. У всех это было. Что если... Раунд первый, 2009. Так, биткоин, $1 за штуку. Очень перспективная. Серьезно? Валюта. Да что вы гоните, херня какая-то опять, разводняк. 2К19. Господин Макдак, ваше состояние... Серьезно? $3 миллиарда. Расскажите, в чем ваш секрет, господин Макдак? А? Просто я купил биткоин в 2009. То есть... Если бы я купил их тогда... Да, ты бы был бы богатым. Здравствуйте, меня зовут Денис, и я триллиардер. У меня миллиарды и миллионы долларов, а все потому, что я купил биткоин в 2009 году. Но ты этого не здесь. Раунд 2, 2009. Что в этот раз? Стану программистом, и все тёлки будут мои. Ну, это не точно. Стану блогером, и все тёлки будут мои. Раунд 3, 2009. Так, сколько у меня? 200 рублей? Пойду куплю ничего в магазине. Нифига. Да. В этот раз как-то маловато продукта вышло. Ага. 2К19. Так, у меня есть 200 рублей. Пойду, а что вообще сейчас может купиться за 200 рублей? 4 хлеба? Хорошо, хоть на пакет хватило. Ну это точно. Раунд 4, 2009. Вау, да чё, у тебя новый телек, сенсорный? Да, вчера купил, телефон просто пушка. Офигеть. Камера 5 мегапикселей, 3,5 дюйма экрана, потянет любую игрушку. Я вообще нашел этот телефон еще. 5 мегапикселей, а сколько там игр? Ты не поверишь, но здесь я могу зайти в интернет и скачать сколько угодно игр. Ну, правда, у меня в флешках всего на 20 мегабайт, но все равно. Чувак, это просто огонь, с ним мы никогда не заскучаем. Ага. 2К19. Делать вообще нехер. У тебя игры какие-то на телефоне есть? Да у меня тут 80 игр загружено, но ничего нормального нет. Та же фигня. Раунд 5, 2009. Я тебя убью. Нет, это я тебя убью. Я не могу понять, слева это мужик или девушка? Лошара, думал, я блефую. 2К19. Я тебя убью. Это я тебя убью. Капец ты нуб. Следующий раз тебе не выжить. Раунд 6. Он немножко был похож на Оливию из Брайм-апса. Вот сейчас точно не похож на Оливию из Брайм-апса. 2К19. Вот это монтаж. Эммак, ты пидор. И видео твои кусок говна. И вообще... Кофта прикольная. Ты лох. Какой же я крутой. Ну не совсем. Раунд 7, 2009. Что делать будем? Ну можем пойти петарды повзрывать. Или кнопки в лифте пожечь. Да не, слушай, давай займемся спортом. Че? Кнопки? Ну окей, пойдем в футбол погоняем. Поддерживаю. Так это девушка или мужик, я не могу понять. Окей, пойдем в футбол погоняем. Поддерживаю. Вроде мужик. 2К19. Что делать будем? Так, ну у меня тут GTA 5 есть. В принципе, можем нового Человека-паука. Или же Battlefield 1. Слушай, а может это, спортом займемся, а? А это кто? Да, согласен. Давай Battlefield 1. Слушай. А это девушка? Ну, судя по этому... Может это, спортом займемся. Кто это? Да, согласен. Давай FIFA. Отличная идея. Раунд 8, 2009. Дети, поздравляю вас! Сегодня вы идете в первый класс, и вас ждут замечательные 11 лет в нашей школе. Ура, я пойду в школу. 2К19. Ну что ж, маленький отвод... Ну что ж, дети, сегодня вы открываете в 11 класс, и это ваш последний год в нашей школе. Да, наконец-то мои мучения в этом аду закончатся. Че их убить?
Раунд 9. 2009. Вау, чувак, у тебя что, 1 000 000 подписчиков на... Чё? Он приклеил? В ютубе. Ну да. Офигеть, да ты ж звезда. Да ладно, скажи. В 2009-м-то? 2K19. А у тебя что, 1 000 000 подписчиков на ютубе? Ну да. Да чё так мало, ты же за 4-й год снимаешь и всего лям. Ну и лох. Точно. Раунд 10. 2009. Сколько сейчас стоит доллар? 33 рубля? Ты это ж грабёж. Ставлю на то, что лет через 10 он будет стоить максимум десятку. 2K19. 65 рублей за доллар. Все равно. Раунд 11. 2009. А ты сидишь ВКонтакте? Да, конечно. О, круть, как тебя там зовут? Да не надо, я тебе на мыло скину. О. 2K19. Чувак, ты бы видел, какая чикса мне вчера в ВК написала. Ты сидишь ВКонтакте? Ну, конечно. Ну, не подходи ко мне, слоупок. Раунд 12. 2009. Это было прикольно. Я проверю мой новый интернет. Фига себе, GTA San Andreas скачается через 4 часа. Ни вот хрена. Это скорость. 2K19. Чё, GTA 5 скачается только через 10 минут? Чё за конченый нет? Ну да, так же. 2009. Я тут это, новый трек нашел, такой душевный, зацени. О, давай. Брата, извините, таковы традиции. Брата, извини, дело тут не в принципах. Брата, извини, чё? Всё, хватит извиняться. Чувак, песня просто чума, скинешь мне потом по блютузу. Конечно, тоже самое хотел сказать. 2K19. Че, я тут новую песню нашел, может слышал? Big Baby Tape, Give me the loot. Шаришь? Обижаешь. Я твоя бу, я ее ебу, и мой... А, что это? Ага, это пиар-инстаграм. Все, что ли? Забуду писаться. А прямо сейчас я выставлю новую фотографию 2009 против 2019. Первым, кто лайкнет, напишет комментарий, я пролайкаю его аккаунты. Финальный раунд. 2009. А, финальный уже. Здорово, братан. Hello. Чем занят? Да так, зацениваю на своем портативном компьютере новый чумовой сериал. Офигенно. А что за серик? Кадетство. Крутяк. А можно с тобой позырить? Садись. Кадетство. А, я помню этот сериал. 2K19. Я почему-то забыл. Сап, мэн. Чё чилишь? Да чилю новый видос Дэн28 Minecraft Rule 24. Серьёзно? Я никак не могу запомнить Дэн28 Minecraft Rule 24. Чё это так, чисто вроде правильно произнес. Так кончай ты это, го лучше пофлексим. Врубай хардбас. На этом состязание годов закончено, теперь, чтобы определить победителя, мне нужно ваше решение. Пишите в комментариях хэштег 2009, если выиграл он, или хэштег 2019, если победа за ним. За кого проголосует больше, тот и выиграл. Кстати, в прошлый раз по результатам вашего голосования победил папа. Новый выпуск ВС выйдет, когда на это видео будет 100 000 лайков. А с вами был неизвестный комментатор боя. Увидимся в следующем выпуске ВС. Вообще, этот ролик мне понравился, он качественно снят, как всегда, хорошие шутки у Мака, и он достаточно прикольный. Некоторые персонажи, особенно парики, вот там женщина с оранжевым париком была похожа из Брайан Мэпса, и вот это, блять, не могу найти. Вот женщина немножко была похожа из Брайан Мэпса, и немножко на Али, вот это кто это, мужик или женщина, я не знаю. Немножко на Али чем-то был похож. Ну а так ролик достаточно прикольный, я поставлю ему лайк. Ну и что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии, как вам этот ролик от Мака, нравится он вам или нет. Всем пока.